Я считаю, что выставка, безусловно, это успех. Именно та целевая аудитория, на которую, в общем-то, мы и рассчитывали. Из разных городов России, из Москвы. Еще осенью 23 года было принято решение участвовать в этой выставке, потому что мы понимаем, что это даст нам возможность масштабировать наш бизнес, нашу компанию, наш бренд. Масштаб в этом году выставки, он восхищает. И самое главное, что аудитория, которая здесь на выставке, они заинтересованы. Задают очень правильные вопросы, очень интересные вопросы. Совершенно новая веха в выставочной деятельности автомобильного рынка. У нас за первый день прошло порядка 30 переговоров, из которых уже 20 закончились успехом. Мы собрали более 150 заявок на наше оборудование и уже продали 2 единицы с нашего стенда. Деловая программа заполнена в первый день. Время встреч на нашем стенде, оно все расписано от минуты до минуты. Очень довольны результатами данной выставки. Наша компания динамично развивается, и масштаб выставки тоже развивается ровно так же, поэтому нам по пути.